Здравствуйте, Иван. Это видео про все ваши три объектива. Итак, вот одуванчик на Мир 24N. Все наклеено. Для установки объектива в одуванчик ставим диафрагму 22. Совмещаем красную точку с белой. Немножечко нажимаем внутрь. И поворачиваем против часовой стрелки. Диафрагмы все меняются. На объективе мы оставляем диафрагму в автоматическом положении 22. Смотрим видоискатель, крутим резкость, можно полностью нажать кнопку затвора. Появляется резкость, как слышите, звуковой сигнал. Загорается точечка, которую выбрали, срабатывает затвор. Таким же образом вынимаем объектив. Нажимаем кнопку, блокирующую объектив в камере. Поворачиваем по часовой стрелке и аккуратно вытаскиваем. Заднюю крышку тоже одеваем очень аккуратно. Эта крышка закрывается против часовой стрелки. Эти крышки закрываются по часовой стрелке. Против часовой стрелки мы ее по часовой стрелке поворачиваем. Аккуратно вынимаем. Это микроникр, его я вам показывал вчера. То же самое, здесь совмещаем диафрагма 32, черная точка или серединный контактик с белой точкой на камере, поджали, диафрагмы все меняются. То же самое, автоматическое положение диафрагмы здесь. Для этого объектива всегда нужно будет вводить экспо-коррекцию, например, единичку. То же самое, наводим резкость, можно полностью нажать кнопку затвора. Как слышите, срабатывает звуковой сигнал. Но еще разочек. Вот, как видите, появляется снимок. Точно таким же образом снимаем объектив. Нажали кнопку стопора, повернули по часовой стрелке и аккуратно вытащили. И таким же аккуратным образом одеваем крышечку. Поймали положение, повернули против часовой стрелки. И третий объектив, Калинар. То же самое, повернули крышку по часовой стрелке, аккуратно сняли. Одуванчик наклеен. Все. На объективе ставим диафрагму 22, совмещаем красную точку с белой, поджимаем, поворачиваем, видим диафрагму. Таблица поправок в группе, вы ее, надеюсь, уже посмотрели. То же самое. Здесь оставляем 22, выбираем, например, диафрагму 2,8, смотрим видоискатель. Можно полностью нажать кнопку затвора или вот так вот на пол кнопочки. Как слышите звук, идет подтверждение. Ну вот мы видим сделанный кадр. То же самое на бесконечности. И таким же образом аккуратненько нажимаем кнопку стопора. Вытаскиваем объектив. И аккуратно одеваем крышку. Поворачиваем против часовой стрелки совсем чуть-чуть. Вот таким образом все ваши объективы готовы. Спасибо за внимание.